Держимся, стараемся не покупать. Посылочки, пускай загружается. Пожалуйста, кружечка. Сферы зачиняются. Уважаемые пассажиры, при выходе в автобус по обязательному параметру предъявляйте кондуктору контролеру об организованном громадском транспорте в нижней зоне. Обоз документ направо бесплатного обольготного проезда. При отсутствии проездного билета набывайте талон у кондуктора контролера, не чакающий на ступенную прикрытку. На пути талон оставайтесь только на одну поездку. Thank you.
музыкальному училищу. И пошли дальше. На Фрейденского. На 4-й школу пришли. А дальше по Европу. Где Фрейденского? Я после 4-й школы и пошла в Европу. Пожалуйста. Я вам скажу, но вы мне не поверите. Когда я сюда устроилась 20 лет назад, город автобусному парку давал дотацию. 80% от всех расходов нам город возвращал. Потому что как бы то ни было, городские билеты должны стоить гораздо дороже, чтобы как-то окупалось само собой. Теперь нам город ничем не помогает. Вы понимаете? Да как вот и все. Месяц?
Ну, вот, пожалуйста, в городскую думу. А то они вон звездное небо сделали, иллюминации на центральных улицах. И все. И ходите пешком по гнным звездным небом. На что вам это и автобусы? Я сама пассажир, вы не поверите. Я тоже пассажир. Я с работы тоже на такси еду, потому что я тоже хочу домой. Вот. Виленская 6. Пожалуйста, вот туда. Вернут нам дотации, будет все замечательно. Детки, я понимаю. Я же вам говорю, вы не поверите. Но это вот тоже одна из причин. Сейчас я на работу еду.
300 в месяц. 300. Всего хорошего.